родители. Нас такими воспитали ни мама, ни папа. И я бы к вашей речи обвинительный добавил крепкого русского мата. Моя басота сегодня куражи. Да так, чтоб точно завтра не забыть. Ведь в нашем образе жизни безбашенно завтра может и не быть. Мы выбираем пути наступления к месту преступления. Потом под звон колоколов церковных у Бога просим искупления. Спасибо, небеса, что мы сегодня здесь. Кайфуем, кайфуем. Рядом близкие друзья, и мы все одна семья. Кайфуем, кайфуем. Заливают раны в нём, дым и крепкий алкоголь. Кайфуем, кайфуем. И я желаю сотни лет, братья, вам не видеть бед. И один на всё ответ. Нас называют хулиганами. Это те, что в катаных машинах плавают с наганами. И тебя мама водила в музей, чтобы ты не нашел таких друзей. А мы мечтаем, как и все, о счастье. Город грехов это делим на части. И прокурор тихо шепчет ханаем. А мы вину свою вновь не признаем, чтобы вернуться туда, где семья. Туда, где сын в отца и дочка засыпает мило. Ну а пока нам предстоят дела, чтобы потом у них все было. Спасибо, небеса, что мы сегодня здесь. Кайфуем, кайфуем. Рядом близкие друзья, и мы все одна семья. Кайфуем, кайфуем. Заливают раны в нём, дым и крепкий алкоголь. Кайфуем. Желаю сотни лет, братья, вам не видеть бед. И один на все ответ. Спасибо, небеса, что мы сегодня здесь. Кайфуем. Рядом близкие друзья, и мы все одна семья. Кайфуем. Заливают раны вновь, дым и крепкий алкоголь. Кайфуем. Я желаю сотни лет, братья, вам не видеть бед. И один на все ответ. Кайфуем.